Уважение, увековеченное в бронзе. В канун профессионального праздника сотрудников внутренних дел в сквере металлургов была открыта новая скульптурная композиция. На открытии памятника милиционеру побывала Юлия Горшкова. Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа всем знаком. Он с кокардой на фуражке, он в шинели под ремнем. Он идет из отделений, какой-то пионер, рот раскрыв от изумления, вот так милиционер. Городская скульптура посвящена работе милиционера из нашего советского детства. В бронзе застыли мальчик и сотрудник милиции. Автором проекта стал скульптор Геннадий Плахов. Образ милиционера создавал, опираясь на воспоминания. Вспоминаю 65-й год, Москва, мне 17 лет пацану. Вот. В общем, попал я там в одну историю. Вот. И ко мне так жутко по-доброму отнеслись милиционеры, понимаете? На всю жизнь память. И вот мне захотелось сделать хорошего, доброго милиционера. В бронзе новый 700-килограммовый памятник отливал Иван Дубровин, президент Уральского центра монументального искусства, директор литейной мастерской. Было время, когда люди перестали верить милиции. Но, слава Богу, это время закончилось. И сегодня этот памятник является свидетельством, что мы вам верим. Делайте свою работу честно. Настоящий милиционер, ветеран службы Владимир Паламарчук благодарен, что такая скульптура появилась в нашем городе. Это вот собирательный такой памятник, собирательный образ. И мы его вот именно посвятили тем сотрудникам, которые отдали свою и жизнь на охране общественного порядка. Это и участникам войны как бы памятник посвящен. У нас тоже в музее их есть те, кто погиб во время войны. И это, я считаю, что память будет всем сотрудникам. У нас были замечательные сотрудники. Ведь то, что от нас вышло 7 генералов с Магнитогорской милиции, это тоже говорит, что они заслуживают какого-то внимания. Были прекрасные работники уголовного розыска у нас, которые гордилась вся Магнитка ими. Другие городские скульптуры, конечно, видел. Я и сам здесь с детьми гулял. Видел данные скульптуры, эскиз в глине. Ну, вернее, фотография. Как бы полностью сюрпризом не было, но определенное впечатление положительное, конечно, произвело. Вот эта форма, она такая, знаете, родная, я успел ее поносить не один год. Поэтому я думаю, что художник-скульптор правильно подобрал композицию и тему, наверное, правильно подобрал. У нас в полиции, в милиции в те времена очень много славных специальностей, профессий, но, наверное, вот все-таки участковый действительно как-то ближе людям. Это скульптурная композиция, это не памятник. Не нужно будет каждый день возлагать цветы или слезы, горевать, вспоминать. Скульптурная композиция парковая, она создана для того, чтобы мы уважали нашу милицию, а теперь полицию, народную полицию, чтобы эта профессия нелегкая была престижная. Авторы идеи не сомневаются, монумент станет еще одним добрым символом Магнитогорска. Юлия Горшкова, Алексей Абашин, телекомпания ТВН.